если любите вкусно покушать и чтобы при этом было безопаснее и экономнее, готовьте сами. Вас научит канал «Вкусная еда ТВ». Ссылка в описании. А помнишь, Петруха, тот кризис, когда у меня совсем не было денег, и я был вынужден продавать фамильное серебро? Да, то время фиг забудешь. Мне тогда пришлось продать весь фамильный алюминий. А не птико? Программист говорит своей жене: не шуми, Матрёна. Программист – это прежде всего творческая личность. И только во вторую очередь пьяная скотина. А не птико? Секретарша жалуется подруге своего начальника. А если он недоволен мной и накричит на меня, я делаю ему кофе. А подруга жены говорит: ну ты, Матрёна, даёшь, я бы не сдержалась. Секретарша говорит: так уволить нафиг, если прямо в лицо ей плюнуть. Профессор объясняет студентам: а победителей нашей Олимпиады ждут призы. С задних рядов кто-то кричит: а извините, я не расслышал, кого ждет призыв? Блинчика. А сейчас люди навострились проверять качество колбасы на котах. Так и что с того? Производители тоже навострились добавлять колбасу вискас. А кто это сделал? Очаровательная девушка приходит к фотографу. Фотограф говорит: проходите, раздевайтесь. Девушка говорит: а мне только на паспорт? Фотограф говорит: ну ладно, ничего, я одежду потом в фотошопе дорисую. Вчера ходили на разборку с неграми. Ну и как? Слышал, в шахматах белые начинают и выигрывают. Слыхал? Так вот, это только в шахматах. Зовут-то тебя как? Как Петруху. Какого такого еще Петруху? Да, любого Петруху. Это еще хорошо, что я не родился в Канаде. Это почему это? Потому что я вообще не умею говорить на канадском языке. Блинчика. Врач попался вообще бестолковый. У меня болит левое ухо. А он пишет: воспаление среднего уха. Куда катимся? Подписываемся, кликаем на колокольчик.